Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Мої вітання, шановні українці. Мене звати Василь Пихньо. Ми продовжуємо спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Закликаю вас долучатися до прослуховування по радіоприймачах або ж долучатися до перегляду стріму трансляції на платформі YouTube радіо НВ. Підписуватися, звісно, ставити вподобайки, бути активними у коментарях. Все це необхідно для того, аби наша робота була ще більш доступною широким масам. Відтак, ваша активність – це запорука такого успіху. Отже, далі говоримо про захист українського неба та й загалом про небесну, так би мовити, тематику. Будемо говорити і про небо ворога, і про небо, яке ми маємо над нашими головами і з вами. Насамперед, звісно, таким найбільш гарячою темою цих днів є якесь бавовнятко, як то прийнято вже зараз говорити, яке літає по території Російської Федерації. Географія доволі широка. Білгородська область, місто Туапсе, регіон Адигея, Підмосков'я, Санкт-Петербург. І ось вночі, з учора на сьогодні, додалося до цієї географії ще місто Єйськ Російської Федерації. Відтак, що воно таке, що літає по різних територіях, регіонах та містах Російської Федерації? Зокрема, будемо говорити далі із Костянтином Криволапом, аналітиком, авіаекспертом та колишнім інженером консультантського бюро «Антонов». Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаю. Ваші міркування, що літає по Росії? Ну, у мене вчора був дуже такий праздничний, веселий день. Я так подумав, не пора ли вже записатися в общество уфологів там по російському воздушному пространству. Тому що, послухав заявлення Михайла Подоляка, ну, нас там нет, это все не наше. Тому все, о чем ми будемо з вами говорити, це как бы фантазії на тему, а що може там літати в російському пространстві, да? Что-то может летать. Почему закрыли Санкт-Петербург? Но есть такое, есть процедура, что если в воздушном пространстве какого-то государства появляется неопознанный летающий объект, его надо идентифицировать, его надо опознать и надо принять решение, что с ним делать. Но перед тем, как это все производить, происходит процедура закрытия воздушного пространства. Все, что есть, летает вокруг, все удаляется. Всем замереть, а в крайнем случае даже перейти в укрытие. Вот. Это просто процедурный процесс. А что вообще может летать? Да? На самом деле летать может много чего. Ну, начиная там с таких неопознанных объектов, как там недопалки, да, которые там поджигают нефтебазы, заканчивая серьезными там боевыми беспилотными летательными аппаратами. Что могло быть под Санкт-Петербургом? Под Санкт-Петербургом, я думаю, что это был еще в 2021 году, летом была выставка, на которой был выставлен ряд украинских беспилотных летательных аппаратов. Компания Укрджет представила там три аппарата, один из них UJET-22. Я думаю, что по конфигурации он вполне мог туда лететь. Но потом он как-то неожиданным образом пропал. Если он используется в версии боевого применения, то у него там висят мины 82 миллиметра или там еще какие-то там боеприпасы. А это он как-то летал, ничего не сбросил и нигде его найти не могут. Если говорить, допустим, там переброситься в другую сторону, на юг, то я думаю, что по Туапсе это была вообще история со Стрижом, 141. Это старая советская модификация разведывательного беспилотного аппарата, который потом перестал выполнять свои функции, стал воздушной мишенью, но после определенных доработок, установки на него хорошего оборудования, он стал выполнять функции такого дрона-камикадзе, кроме разведывательных функций. Что еще может быть? Вот то, что я смотрел на обломки в Белгороде, я очень внимательно рассматривал эти фотографии. Если помните, там вокруг машинки лежат там два крылышка такие, такой, какой-то такой совсем маленький. То это, ну, может быть, это что-то из тех беспилотников, которые поставлялись нам в рамках последней американской помощи. Но я не уверен, потому что я не смог его идентифицировать по его как бы аэродинамическим формам. Это что-то интересное. Понимаете, в чем дело? Очень много
в советские времена была развита такая культура, как авиамоделизм. И там этот каждый авиамоделист по своей фантазии лепил эти радиоуправляемые модели. И вот то, что я там видел, оно очень было похоже на такую радиоуправляемую модель. То есть какое-то большое крыло с большим размахом, какой-то очень маленький фюзеляж. Но на нем не было обнаружено ничего из боевого применения. И возникает такое ощущение, что это либо были такие боевые испытания, которые закончились поражением российской ПВО. Потому что фактически по всей России гуляли без всяких ограничений. Никто плохого слова не сказал. Как я слышал там в Искандерке, проходной двор, а не Россия. Кто хочет, тот летает, что хочет, то и делает. ПВО там получается как бы вообще нет. А вот то, что касается Ейска, то вот, перебирая все возможные варианты, у меня даже возникла мысль, что это не совсем был беспилотник, а это что-то было по дальности, по разрушающей способности, что это было GLSBD. Тобто щось ракетне. Да, то есть у меня такая версия, потому что по расстоянию я сидел, там долго ковырялся с этой картой, как только пришло сообщение, у меня сон пропал. Стало интересно, что это может быть, и начал ковыряться. Да, есть, конечно, версия, что это мог быть Стриж, но я не верю в то, что там совсем отсутствует ПВО. Я просто как человек, который когда-то имел какое-то отношение там, к армии в институте, мы там проходили все эти тактические мероприятия, которые связаны с применением авиации, то вокруг любого аэродрома, особенно Ейска, с которого там Су-25 и Су-24 летают на Бахмут, делают такой большой круг, возвращаются, чтобы там не было совсем ПВО, как-то очень трудно представить. А ПВО, которое стоит, у него нет препятствий, у него там нет ни леса, ни горок, перед ним фактически море, ему ничего не мешает смотреть на все цели, которые к нему подлетают, на все возможное. То есть если бы это был Стриж, его должны были бы давно обнаружить. Поэтому это была скоростная какое-то скоростное, достаточно быстрое устройство, которое выполнило эту хорошую задачу по Ейску. Если помните, Ейск — это был тот город, в котором не так давно в здание влетел Су-34. Там были жертвы россиян, там все остальное. Забавный городишко, теперь, я думаю, авіацію придется отводить еще дальше. Угу. А от скажіть, взагалі, до речі, такі об'єкти, як дрони, навіть згаданий вами UJ-22, ми спробуємо трошки деталізувати по ньому. Наскільки це помітні цілі для ППО? Понимаете, ППО, его радиолокационная проницаемость, вернее, отражаемость, она не очень большая. Но если их ждать, то, наверное, они видны. Я небольшой специалист радиолокации, я только там после окончания школы закончил курсы радиолокации, но я не служил по этому поводу в армии. Я не знаю там этих всех подробностей, насколько они заметны, но как это конкретно делается, я, честно говоря, не знаю. Добре, тоді поговоримо про UJ-22. От ви згадали, що це була виставка 21-го року, тоді презентували цей безпілотник. Наскільки я от вже так теж цікавився всім цим полем інформаційним щодо обговорення різних експертів, мовляв, чи може бути це така от та зброя, анонсована Укроборонпромом ще минулого року, як безпілотник на 1000 кілометрів. UJ-22, він позиціонувався як дрон, який здатен пролетіти 800 кілометрів в одну сторону, я так розумію, і повернутися назад. Тобто загалом в нього дальність польоту 1600 кілометрів. Це просто такі величезні якісь цифри, які зараз включно з російським умовним архангельськом можуть покритися в одну сторону. Тобто чи справді це так є? Так, там він дуже раціонально зроблений, він має мінімальну стоїмость. Он несет 20 килограмм нагрузки и, соответственно, то есть может нести. Это либо парочку мин 82-го калибра, либо там еще какая-нибудь нагрузка, либо он может нести авиационную разведывательную аппаратуру, там ту же самую камеру, какие-нибудь датчики теплового излучения,
У него есть возможность управления в трех каналах, вернее, в трех режимах. Это автоматический, полуавтоматический и ручной. То есть пока он там находится на близкой дистанции, пока есть хорошая связь, он идет, он может идти в ручном режиме, когда связь ухудшается, в полуавтоматическом, а дальше он уже выполняет функцию «прилетел, улетел». Поэтому это не камикадзе, это тот дрон, который сбрасывает нагрузку и возвращается при всей его дешевизне. Достаточно интересное, простое решение, но как, чем лучше идея, тем дешевле стоимость ее реализации, тем более рационально используется этот ресурс. Я считаю, что это удачная машинка. И если она даже была запущена вот в таком количестве, то можно предположить, что есть какое-то, ну, может быть, мелкосерийное, но производство, потому что я отслеживал ситуацию по украинским дронам. Их там всего, там всех модификаций, таких более-менее приличных, которые можно рассматривать, их там всего около 100 штук было. Ну и есть, да. Но это все наколенная гаражная сборка, и это не имеет ничего общего с серийным производством. Потому что для того, чтобы осуществлять нормальное серийное производство, ну, грубо говоря, конструкторы рисуют что-то там на планшете, рисуют какое-то изделие, за ним должен стоять технолог, дышать ему путылицу и говорит: так, это я тебе не сделаю, а здесь ты можешь сделать по-другому. То есть это сейчас это уже так происходит, конструирование деталей. Поэтому все эти дроны, которые у нас были, ну, собранные там на коленная сборка, их надо всех переводить на технологические процессы. Вот похоже, что UG-22 ближе всего стоял и был переведен как бы в серийное производство. Потому что если смотреть там другие разработки этой компании, они достаточно конструкторски и технологически развиты, подготовленные специалисты. Нагадую нашим слухачам та глядачам на платформі YouTube, що спілкуємося із Костянтином Криволапом, авіаекспертом та колишнім інженером конструкторського бюро «Антонов». А якщо говорити ось про ці, ну, от, взагалі цікаво, пане Костянтине, щодо етапів розробки дронів, ударних дронів, розвідувальних дронів, от те, що ми побачили за ці останні 2-3 дні, фактично можна говорити, ну, та я так припускаю, я не знаю, чи це так справді є, але я припускаю, що це останній етап випробування дрону у безпосередньо бойових умовах. Чи взагалі існує така стадія, чи можна до неї, чи доречно так говорити? Якщо так, то чи були успішними, на вашу думку, ось такі випробування? Ну, я вважаю, що ці випробування були удачними, тому що досягнута основна ціль. Вони преодолели систему ПВО, вони зайшли, їх не замітили, і якщо б стояла задача донести бойову нагрузку, то там, де вона була поставлена, ця бойова нагрузка була сброшена, эта проблема была решена. То, что было приземление там в Белгородской области и под Коломной там нашли его, то это, скорее всего, говорит о том, что надо было оставить какую-то визитную карточку. Это дело вот так воспринимаю. Потому что правильно вы совершенно сказали, что расчетная дальность полета, которая наверняка была проверена, это 1600 километров. То есть он мог спокойно слетать и вернуться. Но какие бы тогда остались доказательства, что мы можем прилететь в Москву и закрыть форточку там в кабинете у Путина? Ну, я условно говорю, да. Это оказало громадное социально-психологическое воздействие. Помните этот анекдот, когда сидят двое русских, смотрят на берегу реки, сидят два китайца. Говорят: пошли им морды набьем. Какие-то китайцы... Китайцы поднимаются, крепкие, накачанные парни. И другой русский говорит: а если они нам? Он говорит: а нам-то за что? Ну, вот здесь вот такая ситуация, когда россияне, которые были уверены, что укропов надо бить, и это правильный процесс, они оглядываются по сторонам и понимают, что и они могут получить, и это будет больно, и это не будет какое-то театральное представление «русские бьют укропов». Это будет совсем по-другому. Пане Костянтине, якщо все ж таки говорити про нашого ворога, його є точно за що бити, але він теж, вочевидь, укріплюється, він теж здобуває якісь зв'язки, теж працює активно над безпілотною літальною авіацією. Зокрема, зараз дуже багато розмов є про китайських виробників. Тиждень тому німецьке видання «Шпігель» повідомляло про те, що Китай може масово постачати і виробляти дрони для Російської Федерації. Ми такі тривожні сигнали чули і від Ентоні Блінкена, держсекретаря Сполучених Штатів Америки. Учора видання «Ньюзвік» написало про те, що це можуть бути дрони ЗТ-180.
Що нам відомо про що вам відомо про них? Наскільки це може бути якісним підсиленням армії Російської Федерації? Ну, начнем с первого вопроса. Первый вопрос. Китайцы могут изготавливать дроны для России. Могут ли китайцы изготавливать дроны для России? Василий, вы, не будучи военным экспертом, наверняка скажете, да, могут изготавливать. Будут ли изготавливать? Это совершенно другой вопрос, который никак не лежит в технической плоскости, не лежит в военной плоскости, он лежит исключительно в политической плоскости. Я не помню случаев, когда китайцы повели себя неаккуратно или неосторожно, пытались нарваться на какой-то конфликт и вели себя безрассудно. Это достаточно расчетливая, умная, организованная, с большой культурой, старой культурой, с большой историей нация. Поэтому мне трудно предположить, что они будут играть вот какой-то такой ва-банк с Россией, потому что им давным-давно уже все понятно. Поэтому принципиально саму концепцию, может ли Китай изготавливать дроны? Да, может. Будет ли Китай изготавливать для России дроны? Думаю, что нет. А для меня это как бы вопрос незначительной вероятности. Теперь только что касается непосредственно этого дрона ZT-180. Это ну, типа Шахет-136, обычное, ничего особенного, дешевое изделие. Изготавливает его компания Пинга. Это вылетело из головы, как оно там расшифровывается. Но это компания, которая известна своими технологическими решениями именно для беспилотных летательных аппаратов. Достаточно инновационная компания. У них есть там решения с искусственным интеллектом для беспилотников. Но они в основном занимают, ну, не то что в основном, их основное предназначение, их беспилотников — это наблюдение в гражданских целях, гражданских интересах, это сельхозполя, это метеорологическая разведка и так далее. ЗТ — это применение военное, и ну, это тот же шахет, это практически они, одни и те же характеристики, они очень даже похожи друг на друга. Там даже было сообщение о том, что они собираются поставлять комплекты для России, но компания может поставлять, компания может это хотеть, потому что для нее это прибыль, это работа. А допустит ли это китайское руководство, к этому я как-то очень сильно сомневаюсь. А дивіться, от в чому тоді така логіка? Росіяни просто, я так розумію, хочуть виснажувати нашу ППО, якщо проти шахедів ми вже навчилися діяти. Чи все ж таки китайські ці дрони копії шахедів, або, я не знаю, хто з них первороднішим є, вони мають собі якісь хитрощі, які все ж таки можуть доставити достатню кількість проблем нашому ППО, тому, якому воно зараз є? Чи це чисто от може бути тактика виснажування? Ну, я би сказав, що... Ну, смотрите, какая ситуация. Вот мы вначале мы очень ловко, сначала шахеды залетали, мы их там пугали, ну, не то что пугались, но они приносили нам много неприятностей. Потом наступила фаза, когда мы научились шахедами бороться, аккуратно их расстреливать, не тратя на это как бы больших особенных усилий. Мы сбили только 11, но 3 прошло. Это достаточно ну, большое количество. То есть, изменяя тактику, россияне научились как-то с этими шахедами управляться. Кроме этого, они же скрывают каждый этот заход этого шахеда, который там 7-20 тысяч долларов стоит, там не больше. Он заставляет всю нашу систему ПВО после этого переезжать с места на место. Поднимают всех этих наших ребят, которым надо хотя бы иногда отдыхать. Но он доставляет множество неудобств. Поэтому это такое дешевое средство, но оно уже сейчас не может, по всей видимости, нанести значительный ущерб в нормальной ситуации. Но при этом он достаточно дискомфортен с самим своим присутствием. Поэтому вполне допускаю, что россияне будут и дальше пользоваться либо шахедами, либо чем-то аналогичным, либо какими-то там серым импортом китайцы поставят им эти комплектацию, и будут они собирать что-нибудь новое, там, китайская герань номер 3 там, или что-нибудь такое.
Пане Костянтине, ще про росіян хотів запитати з приводу ланцетів. Деякі експерти кажуть, що це безпілотник. Деякі кажуть, що це баражуючий боєприпас. І між цими двома поняттями БПЛА і баражуючий боєприпас є дві великі різниці. Ну, тобто дрон камікадзе – це одне, баражуючий боєприпас – це інше. Відомо зараз, що ці так звані ланцети, вони дуже багато неприємностей завдають нашим військам. І це навіть можна в публічному просторі побачити з відео російських так званих воєнкорів, які показують, скільки справді техніки вражається. Насамперед, ланцети переслідують самохідні артилерійські установки українські, буксировану артилерію, те, що зараз має дуже важливе значення. Так ось, чи є якась ефективна протидія таким речам, і чи можемо говорити про те, що в нас щось теж таке схоже є? Ну, у нас от в цій поставці ближайшої натовської, там идут суперблейды 600, это как раз баражирующий боевой снаряд. Да? Он получше, поэффективнее, поточнее. Ланцет достаточно неприятная штука, но дело в том, что Россия их не так много сделала, и у них не очень большие запасы. Я не пытался посмотреть, сколько они там сейчас могут его производить. У них просто, я так понимаю, у них есть ограничения по количеству этих ланцетов. И они у них получились очень дорогие, насколько я помню. Но это неприятная вещь, действительно. Есть ли способы борьбы с этим? Да, надо иметь американское либо израильское оружие в достаточном количестве, которое гасит эти устройства, ну, как бы ослепляя и оглушая. Они не могут точно поразить цель. Вот такое только спасение может быть. Добре. Що ж, будемо спостерігати і далі за тим, як прилітає по Росії, тому що справді у нас навіть глядачі наші у коментарях пишуть, що Росія тут уже Росія дуже велика, і там дуже багато складів, там казарми, сховища, родовища, трубопроводи, резервуари, дуже-дуже багато чого. І перекрити все це системами протиповітряної оборони просто неможливо. Тож, як пишуть і кажуть, настав час нашої сатисфакції. Ви знаєте, от ви коли кажете про те, що учора після прильоту по Єйську ви втратили сон, і погано, і добре побажання для вас, щоб так втрачати сон тільки за такої от підстави, ні за якої іншої. И когда полетели шахеды, я не волновался, а вот когда услышал про ЕС, мне стало интересно. Пане Костянтине, спасибі вам, що долучилися до нашого ефіру. Це Костянтин Криволап, аналітик, авіаексперт, колишній інженер конструкторського бюро «Антону» в ефірі Радіо НВ. Говорили ми про те, що ж там відбувається на території Російської Федерації, що ж там літає. Припускали ми, хоча справді маємо заяву офіційних осіб, зокрема Михайла Подоляка, який зазначає, що Україна не причетна до обстрілів території Російської Федерації. На що натомість речник, наприклад, президента Росії Путіна Пісков говорить, що вони не вірять. Ну, вірять чи не вірять, нас це не обходить. Нам то найголовніше те, що вони панікують, і в них справді виникає ось це от зникає відчуття безкарності, про яке, я нагадую, наш головнокомандувач Валерій Залужний ще у вересні минулого року писав в українських медіа, говорив, що дуже важливо збільшити спроможності України діставати тили російської армії. Це вже номер раз цей фактор ми виконуємо завдяки таким новим безпілотникам, припускаємо, що виконуємо. Ну і фактор номер два – це позбавити росіян відчуття безкарності. Це теж задача виконується саме цими бавовнами, які прилітають про Російську Федерацію. Що ж, друзі, залишайтеся із нами, із Радіо НВ, на черзі новини, і повернемося до обговорення у цій студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.